Так, ребят, всем привет, с вами дядюшка Розе. Взял 77 уровень, на 77 уровне дали 3 зеленых вот таких камня, плюс дали красную краску. Первую красную краску дают на 77 уровне. Даже кто-то писал за подвеску. Как сделать красную подвеску? Я думаю, это где-то на 79 уровне мне дадут камушек. Каждым уровнем дают камушек, который апает или... подвеску или вот такую вот баночку. Это чисто от левела зависит. Еще есть точки подвески, которые продаются на аукционе, но не свыше алхимии. Там достаются неплохие статы, накидывают, если точить. При неудаче подвеска не ломается. Там вроде их 18 уровней. Двойной урон, крит-атака, короче, вообще вкусненько. Получается зеленые камушки, краску и дали редкую карту на выбор. Я решил взять... двойную карту, потому что я думаю, их самое сложно достать, хоть они дают там не очень там, я бы сказал, статы какие-то крутые. Мы посмотрим на дальнем бою, что-то непонятное вообще. Ну, весь урон, защита от умений, сопротивление урона от оружия, сопротивление двойному урону, ну такое. Вообще я хотел взять Иса. Вот, дуэлист Иса. Почему я хотел ее взять? Потому что она закрывает хорошие коллекции. Это у меня вот есть такая карта, луны. И если бы я взял бы Ису, то бы она мне закрыла 3 снижения. Ну, в ближнем бою такое, но 3 снижения очень вкусно. Я даже смотрел вот по магам. Да, там интеллект, абсолютное восстановление, маг урон. Ну такое, ну 3 снижения, как бы сотел по картам всем, что мне остались. Самое такое вкусненькое, что я мог бы закрыть. Но решил закрывать двойные карты, то бишь ты можешь взять любую карту. Вот 77 уровня начиная, тебе дают синюю карту, одну на выбор. Я так понимаю, каждым уровнем, это на 78 я смогу взять. На 79, на 80, да, и я позакрываю вот эти 4 карты. Которые я нигде не достану, да? Но я просто предполагаю, возможно, я даже ошибаюсь, что некоторые ребята берут мое слово, там, прям, придерживаются моего слова. Ребята, тоже могу ошибаться. Ну, переход 76 уровня на 77. По опыту не поменялось ничего, как одинаковое количество опыта нужно, что на 77, что на 76. 78 уровня начнется удвоение опыта. Кто-то скидывал там таблички. Если что, напишите в комментариях, кто знает. Я уверен, тут есть знатоки такие. Так-то я немножко играю и дам вам совет. Если вы такой же алхимик, как я, не тратьте все алмазы на паки, когда вы на мертвом сервере, где ничего не покупается с рынка. Это так, совет на будущее. Потому что у меня было 6000 алмазов, да? Перекрутил краснуху, поломал 3 кольца красных. Потому что если под одно хоть кольцо бы зашло на плюс 5 красное, я бы его продал, ну, за 15 тысяч бы, да, вы сами понимаете. Но богиня Энхасад мне не улыбнулась. Сказала: братишка, извини, ну ты куришь и ждешь трансфер. Потому что на трансфере опять оживится рынок, я уверен. Ну и так рынок, ну, покупается. Ну, не сказал, что ничего не продается, так потихонечку продается, так по мелочи там. Даже рубашку какую-то купили, плюс 9, там закрывает 2 защиты вроде бы. Да, за косарь алмазов. Ну то такое, мелочи. Ладно, с тобой был твой друг Розе. Пиши комментарий, делись своим мнением. Вообще, как у тебя настроение. Всем до новых встреч.